Поворачивайтесь, получается позиция. Мора ожидайте, повернулись, позиция старта. Это базовая позиция, потому что как ожидайте, мы никогда с вами особо как бы не делали. Кто любит? Эта позиция в жизни очень важна. Вот когда Торик стоит, я подхожу, у меня две цуки, да? Я подхожу цуки, удар, подхожу, как это, видите? Да? Вот это как дальше, выходя ногу, я беру его за руку, вы мне можете упасть. Тогда то же самое ситуация, да? Удар идет, я подхожу, нога, удар хожу, уракен, как и дальше. Я подхожу, могу просто руками, нога идет, нога, раз, и подсечка, упал. Мокота. Это стойка, которая подходит противнику, мокота. И в этой стойке еще раз удар идет, раз, да, подхожу, удар вперед, удар, идет, как и дальше, могу просто взять и уйти за него, видите, отсюда, и отсюда его тоже, в эту сторону высечь. Вот это, то есть это стойка, которая создает разные возможности перемещения подхода противника. Еще одна важная стойка, еще раз достали, и сейчас стою, расскажу, как и дальше, и поворачиваю к ней, бросок Санчин дальше. Видите? Какая важная стойка. Магата? Спасибо. Вы это видите, эти вещи застали? Раз, какэ. Два, какэ. Повернулись, санчин. Магата? Если вы делаете поворот санчин не через какэ дачи, санчин теряет силу и становится стойкой, которая является стойкой для броска. Магата? И поэтому очень важно. Да, сейчас получим стойку какэ дачи. Смотрите. Вот застали пятка на прямой. Это пятка, под нее сели. Потому что время сидим. Если прямые ноги, вы ничего не сделаете. Должны сесть. Вот это? То есть, смотрите, вот вы встали, пятка, какая. Пятка, какая. Пятка, как. Морды, мором. Так, как. Ша, как. Ша, как. Молоты, мор. Ну когда? Фу, задержите.